То есть тебе нельзя, допустим, если нажать кнопку play, а он же играет. Да вы снимите эту пленочку, он гораздо чувствительнее. Давайте минуту. Подсказка. Реализация функции resume на C++ такая же, как и play. Кто-нибудь близок? Нет? Ну ладно. Я в той же группе выкладывал full samples. Кому интересно? По пару часов это будет в группе висеть.
получилось, да? Ну, пауза так. Сейчас еще изюм. В общем, вот, вот так это должно выглядеть. Ну, не только выглядеть, еще и звучать так важно. Все тогда, у меня все, я надеюсь, понятно стало, что такое гибридное положение, преимущество их. Вопросы вообще? Да, покажите, как вы резюме написали. C++ сейчас? Ну да. Вы очень удивитесь. Сейчас ты очень удивишься. Это? Ну ладно. А какая? Все. Половина была, я резюм функцию использую. Да там нет такой функции. Как нет? В классе player, то есть на нет такой функции. Сейчас, это вообще не там написал, короче. Заходи стрелы на голову так. Нет, я. Есть. То есть я нажал стрелочку, и у меня продолжение само собой на резюм вписалось. Ну, может быть, он отсюда сделан, а из этого файла. Не, может быть, там и есть резюм, но там что-нибудь, знаете, начать с такой-то позиции. Может быть, и есть. Может, я не помню. Но без параметров функции так нет. Какую вам часть показать? Да все нормально. Ну, в принципе, там загружено, если интересно. Mm-hmm. Хорошо. Группе. Все, больше нет вопросов? Нет. Все, спасибо тогда. Сейчас.